Ну что, привет, ребят. Инктober. Пробуем рисовать первую тему. У меня для этой цели теперь есть линеры с кисточкой. Наверное, вряд ли тут хорошо будет видно, но это 0,5. И кисть для заливки, скажем так. Ну и карандаш и моя клячка. И первая тема первого дня у нас кольцо, ринг. Кстати, я не знаю, как там со звуком, так что если кто придет в чатик, напишите. Погромче, потише надо сделать, слышно меня, не слышно, потому что я записываю со своего дурацкого мобильника. Не, он, в принципе, меня устраивает, но, как оказалось, в качестве записи видео он, конечно, не айс, но за неимением лучшего варианта и за неимением другой камеры, которую я могу себе закрепить над столом, приходится работать так. Ну, давайте сначала напишем темку в ночи. И да, освещение у меня тоже не ахти, но есть к чему зато стремиться. Например, к не такому корявому написанию букв. Но будем стараться. Ладно, колитесь, есть тут кто или нет тут никого? Я ж не знаю. Кстати, надо проверить, всюду ли я транслируюсь или не всюду. А, вроде всюду. Отлично. YouTube есть. Twitch. Twitch есть. Mixer. Опять я забыла, закрыла вкладку с миксером. Давайте. Привет! Ну, пока что, видимо, ты один у меня тут. Как минимум смелый, кто что-то написал. Как твои дела? Как твой вечер? Чем занимаешься? Давай, рассказывай. У нас сегодня немножечко стрим другого формата, поэтому я тут, наверное, больше разглагольствовать буду, чем рисовать. Потому что, честно говоря, я не очень знаю, что рисовать, но я себе нашла фотографию кольца в коробке. Наверное, ее на первый день я и нарисую. Больше у меня идей за весь день так и не пришло, так что рисуем из того, что есть. И в голове моей никаких идеи не возникло, поэтому ну, хоть руки потренирую. Сейчас пока карандашом набросаю. И да, те, кто смотрит меня с Твича, те могут заказывать, кстати, музыку. Угу. Ссылочка, как это вставлять, сейчас чай-бот написал в чатик. Потому что у меня-то руки сейчас заняты, чтобы все настраивать. Но вот те, кто смотрит меня на Твиче, у тех есть такая функция. О, уже 4 человека. А возможно, это просто я понаоткрывала вкладок со своими окнами, настало так много. Ну ладно. Люди, вы если что, не стесняйтесь со мной сегодня поболтать. Я прям сегодня такая говорливая. Мне так хочется с кем-нибудь поболтать. Сейчас я набросаю все это дело карандашиком. Я не знаю, вам, кстати, видно, не видно, что я тут карандашом ворочаю. Или будете ждать, когда... Или придется ждать, когда я тут доберусь до маркеров.
только людей на влаг. Не, это только набросать. Не, не нравится, мелковато. Хотя ладно. У меня всего 1.5 часа, и это причем в идеале. Да. Сейчас попробую чуть пониже опустить. Ну тут да, конечно, очень-очень-очень смазано все видно, но, ребятки, терпите. Уж извините, конечно, давайте тогда развлекаться болтовнёй, но по-другому у меня, видимо, не выходит. Уж простите, мой старенький... Ну как старенький-то? Хонор, ты какого года у меня? Ну, само мобильник уже примерно год, почти, как я его купила. А так я не знаю, сколько этой модели это уже лет-то. Где у меня картинка? Вот у меня картинка. Определенно, наверное, я сейчас сделаю все это дело побольше. И плюс у меня это опять же все съехало, да. Да-да-да-да-да-да. Мне не нравится. Мне совсем-совсем-совсем не нравится. Все съехало из центра. Ну, давайте сюда перекочуем самой коробочкой. У нас же кольцо все-таки главное, а не... Коробочка, конечно, тоже. Это да. Да-да-да. Ну, хорошо хоть не сугробы топтать, а просто потерпеть, когда я доберусь до ручек. Ну и тогда будет действительно весело, потому что я начну матюгаться на каждую свою ошибку и тому прочее. Хотя, может быть, я не буду матюгаться, кто знает, вдруг на меня приступ культуры нападет. Но я 100 лет не штриховала руки, это их в фотошопе-то, где есть волшебная конточка, какое-то, кнопочка Ctrl-Z, Alt-Ctrl-Z, и то матерюсь при каждой ошибке, а тут... А я повторяю, что, Алекс, ты можешь себе музыку ставить, какую хочешь, через код и через ссылочку на YouTube. Если тебе вдруг не нравится киш, только, пожалуйста, давай без русского рэпа. В остальном я, в принципе, всеядна. И это вот моя единственная, как бы, скажем так, просьба. О, а ты у нас откуда? Напомни, пожалуйста. У меня же склероз на всякую дополнительную информацию. Имя-то запомните тоже хорошо, с чем у меня еще хуже. Ждет нас наша зима, северный флот. Только вперед уйдут и снять паруса. И звук, наверное, отстает от моего пения, точнее, мое пение отстает от музыки, да? Да, по-моему, я уже не помню, кто мне говорил, кто не говорил. Я же говорю, у меня очень большой склероз на имена, на память, и вообще память у меня в этом плане очень фиговая. Я хорошо помню картинки. Если у меня что-то не привязано к картинке, то все. Я это не помню. А мне нравится. Мне вообще рисуется, но лучше всего под ужастики.
Мне когда надо было готовиться к просмотру в университете, я рисовала все это дело под ужастики. Я на себя включала мастеров ужаса и вперед. Оно и адреналин как бы закачивает. И лучше всяких энергетиков. А какую вообще ты музыку предпочитаешь? Давай уж с этого начнем. Ну вот, да. Поэтому, наверное, я так и ужастики-то с детства люблю. Они стимулировали мое творческое начало. У меня ручка теперь маленькая. Да что ж такое-то? Чего я так фелил с этими... с пропорциями? Вот. Так, если там кто-то что-то у меня скрипит, уж извините, я забыла отключить вибрацию. Ну, а я так называемая музыкальная проститутка, мне что понравилось, то и слышу. Ну, вот единственное, что пока устойчивое, это вот русский рэп, но этой музыкой ты, в принципе, не назовешь. Так что... А в остальном я, в принципе, всеядна, у меня и... Чё, греха таить-то, и попсу иной раз переношу спокойно, и даже что-то нравится, и даже пою, и даже запоминаю, ну, попсу ее трудно... не запомнить. Как все страшно, 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 страшно. Ну, что делать? Как получается? Первый блин всегда комом. Казалось бы, такая простая тема, кольцо, а у меня и фантазия отказала. И, по ходу дела, рисовальные навыки тоже. Кошмар, да? Да, кошмар. На самом деле кошмар. Для меня. Руки я всегда у меня, это мое больное место. Даже если по реф рисую, обязательно какие-нибудь проблемы. Только если, даже если буду тупо переводить, все равно будут какие-то проблемы, это прям... О, народ, я вижу, что нас стало больше. Давайте, присоединяйтесь к беседе, что-нибудь рассказывайте, что-нибудь спрашивайте, если вдруг какие вопросы есть. Коробочкой. Вообще у нас главное кольцо, вот надо на кольцо сосредоточиться. И что мне тут сделать?
Чем у нас является символом рабства в массовой культуре? Кто-нибудь скажет? Гирька с кандалами. Не, надо что-нибудь с кольцом, чтобы было видно. Это так не скажешь, что это кольцо. Сердце на замочек поставить. Или просто как раз замочек. Типа замочек, да. Типа бриллиантик даже квадратненький. Но бриллиантик непростой. Бриллиантик бац и превращается у нас потом в замочек. А бриллиантик у нас... Малечко. Замочка тоже, блин, прям не сказать, что смахивает. Тут двояки можно, типа. Ох, я ж тут еще собралась в черном варианте. Получается, бриллиантик сделать? Маша! Конечно, кушай. Ну, я так массово просто болтаю. В надежде, что еще кто-то объявится, что-нибудь напишет. Я же вижу, что кто-то еще появился. Ну, давайте, люди, не стесняйтесь. Я же не стесняюсь, я же с вами разговариваю. Мне тоже страшно, на самом-то деле. Наверное, все-таки были животные. Или сделать что-нибудь жуткое. Какие у вас есть идеи? Вот что вы представляете, если вам кольцо вручает? Вот я не знаю, каким сделать кольцо. Мне хоть что-нибудь жуткое. Вот, ну, октябрь он на Хэллоуин настраивает и вообще осенняя депрессия, все такое. Хочу что-нибудь жуткое. Может, тут кольцо, но в виде человеческого сердца от него идут сосудики. Не, это сложно, это я не осилил. Что ж сделать? Тогда руку можно там с кем-нибудь. О! Кольцо с глазом. О! Тогда здесь можно как раз ногти сделать. Так, MTV я не хочу. Вообще, почему я ее до сих пор не удалила из своего плейлиста? Что у нас тут? Нет, не хочу. А, давай, медведя. Я же одно, я же люблю глазики рисовать. Да, я люблю рисовать глазики. Подвод.
не снется, и снова зверь во мне начнется. Его пролечали души покой, если бы к вопросу, кто я такой? Мой бедный разум дошел не сразу. Ялка все равно не будет видно. Источник света будет здесь. Здесь где-то обломленные ногти. Можно, конечно, совсем уйти. Сделать что-то где-то косточка. Такая кость очень плохо рисует, ну ладно. Таня боль, таня шволя, фантазии, мракобесие. Что-то меня сейчас на фэнтезийно вообще не прет. Ну как, прет, но не знаю. Сейчас последняя работа, которую я рисую вот на утренних моих стримах, там что-то прям русскими сказками отдает. Я такая стилистика, не знаю, с чего это меня так поперло. Хотя... А я Ведьмака так не прошла до конца, никакую из частей, вторую вообще даже не начинала. Первую попробовала, типа, надо по порядку пройти, как нормальный человек. Ага. Не прошла, скучно стало. А третью, классная, да, игра классная. У меня времени нет ее проходить, чтобы в нее вот с головой уйти. Это как со Скайримом. Я Скайрим ни за что не прошла, вот вся беда открытых миров. Они слишком уводят меня от основного сюжета, и мой, в итоге я их не прохожу. Я играю в игру, пока мне игра не надоест, либо пока у меня совсем время не пропадет. Вот. Ну, у меня на такое времени больше нет, у меня слишком плотный график, я себе максимум могу позволить... Часочек с подружкой в онлайне, в арк поиграть или в рафт. Ну, короче, что-нибудь выживалку. И в ту же этот... Oxygen Not Included. Ну, в общем, что-то такое, что можно всегда поставить на паузу и забыть даже на месяцочек другой.
потом опять вернулся. И все сюжеты. Я сейчас практически все сюжетные игры даже не прохожу, а просто летсплеи смотрю. Блин. Ставлю их себе как раз на задний фон, пока рисую. Работа. Если ты не поверишь мне, то ты относишься к моей маме. Я не помощь приму. Разложившуюся ручку пускай будет. Сделай дымку какую-нибудь. Так я же ее не нарисую. Чтоб какие-нибудь щупальца отсюда выползают. Ладно. Сейчас будет самое трудное. Все это надо красивенько будет обвести линерами. Угу. Тенюшечку сделать, объем задать. Угу. Ну, удачи мне. Закрывайте, детки, ушки. Сейчас Марья Сергеевна будет пытаться это сделать красиво. Ой, ёшки ты кот. Нафиг я в это связалась. Так, если свет отсюда, значит, со стороны радужка более затемнена, а здесь у нас блик. Шарик у нас, тенюшка на нем. Я 100 лет ничего не штриховала. Наверное, как универ закончила. О! Интранжектис, welcome to my channel. I'm sorry. I'm looking in my sketchbook and I didn't see that you follow. You're now my following, but welcome. Yeah, and I have very terrible English. Live with it. Yeah. Ночку руку буду убирать периодически, чтобы и тени опять загораживать все нафиг. Ах,
nitro injected. Yeah. Так, теперь оправу для нашего глазика нарисуем поконкретнее. Ой, Ванесса сейчас вот прям не в тему как раз. Так, свет падает, следовательно, здесь подсвечено, здесь более темно. Что-то коробочка у нас слишком простая выходит для такого колечка. Надо что-нибудь придумать. Ребят, простите уж за качество, но это лучшее, что я добилась от своего мобильника. Потом я завтра в Инстаграм выложу свои фотографии. Привет! Так, сейчас я пытаюсь выговорить твой ник.
И я не справляюсь. Ну, дела, как видишь, рисую. На Инктобер. Не знаю, что у меня из этого выйдет. Я стараюсь сделать что-нибудь поинтереснее, но... Я 100 лет на самом-то деле не рисовала линерами что-то такое вот со штриховочкой. Ну вот как раз мне челлендж на октябрь. Ага, Пиксель Гидора. Я почему-то там показываю, что он тебе идет PXELAI. А, да, все, теперь вижу мои слепые глаза. Попробую сымитировать, что тут типа плоть. Коробочка состоит из плоти. Чё-то меня реально на ужас тянет в последнее время. Причём, да, и ужастик мне в последнее время прям какие-нибудь это... О, да, понимаю, у меня, как видишь, не очень камера на фоне, но... Терпим и живём. Нам ничего не остаётся, как жить с тем, что у нас есть, пока не появится возможность это улучшить. Чё, как дела? Рассказывайте, что у вас ещё хорошего или плохого, помимо интернета. О, и не пытайся, потому что всё равно, даже при хорошем качестве, он у меня лучше не показывает мобильник. Я вот просто вижу, что мне показывает ВС-ка. Люди, я вам реально сочувствую. Спасибо вам, что вы терпите качество картинки и всё ещё сидите, и вас тут прям много. Really много. По крайней мере, для обычного моего эфира вас много. Ну, правда, я обычно сижу по утрам, а вы сейчас все на работе или в школе, поэтому вас мало. Но все равно спасибо за то, что вы есть. Ну, я надеюсь, что мой голос никого не раздражает. И, в принципе, если будете задавать какие-нибудь вопросы, мне будет легче что-нибудь болтать. Потому что придумать самой вопрос у меня сейчас немножечко проблематично, у меня мозг занят картинкой. Это всегда пожалуйста. Я только рада. И с венками переборщила, но в принципе я там чуть-чуть сейчас затемню. Все, потом можно будет у меня в Инстаграме посмотреть, зайчики. В нормальном, надеюсь, качестве. Фотографировать-то эта дрянь все-таки получше. Но я так понимаю, что половина качества жрет то, что я сделала, и приложение, которое мне транслируют с мобильника на компьютер. Вот.
Что случилось с твоими наушниками? У тебя тоже они помирают каждый месяц? Свет у нас падает оттуда, да, свет на тень у нас вот здесь, тут еще крышечка накрывает, так что тень тут можно сделать поактивней. А, да, тоже знакомая ситуация со сломанными гнездами. У меня просто наушники сами по себе всегда дохли каждый месяц. Однажды я их просто-напросто нечаянно отрезала. Я на работе сидела, ну, ножницами что-то работала, и вот просто нечаянно шнур себе взяла и отрезала. Да, конечно, спрашивай. Смотря каких обнимашек. В принципе, я обнимашки раздаю такие дружеские, от которых ребра скрипят практически всем своим друзьям, с кем более-менее нормально общаюсь. Они даже уже боятся моих обнимашек, потому что я реально могу ими сломать ребра. Это при том, что я довольно-таки не такая уж сильная девочка, я только начала, скажем так, работать своей мышечной массой. Но обнимашки у меня всегда были крепкие. Быть, наверное, отзывчивым человеком, не знаю, помогать. Ну или как минимум найти человека, у которого физическая потребность в обнимашках. Когда уж совсем другого выхода нет. Ну, а кто сказал, что мои обнимашки-то не... Давай, я считаю, что я тебя виртуально обнимаю, но так, чисто по-дружески, как я все обнимаю всех своих друзей, товарищей. Вот тебе, считай, обнимашки теплые.
Еще раз прошу прощения за качество видео. Но нет у меня лучше камер на данный момент. Я таки бедный начинающий стример. Я таки еще не надонатила и не заработала. Не знаю, как графики изобразить, что это типа из человеческой кожи коробочка обита, ну вот. Типа поры. Типа поры на коже, окей? Тук-тук-тук, тук-тук-тук, это я делаю поры. Раз ты картинки не видишь, я буду стараться озвучивать. И раз ты не видишь ужаса картинки, то послушай мое ужасное пение. Лишние линии сотру. И будем уже этот нормальненько штриховать. Ты теперь за компьютером?
Попробуем как кисточка. Да, ясненько. Я сказала маму не трогать. Ох, сейчас все закосячу, ну ладно. Может, и не закосячил. Кто меня знает? Я ж сама себя не знаю. Ну. Сегодня еще бизнес-план. Приятного лёжанья, я надеюсь, ты не уснёшь. А если уснёшь, то оставишь вкладку открытой, чтобы хотя бы зритель был. Ну, нас ещё кто-нибудь смотрит? Давайте ещё о чём-нибудь поболтаем, вопросики позадавайте. Может, вам человеку совет дадите, как найти обнимашек. Так. Я забыла, как рисовать кости. Ну, вы же меня простите, если я где-то что-то не так сделала, да? Сама-то я себя, конечно же, не прощу, но... Даже я от себя отделюсь. Да? Что? Ты разглядел картинку? Иху! Значит, я не... Или ты просто надпись про это прочел, что это кольцо? Do 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 do.
Just to let you down. Да. Ну, я надеюсь, что потом в Инстаграме это будет лучше видно. Я свой скетчбук обычно там, ну, господи, пощу. Во. Второе колечко нет, завтра будет другая тема, по-моему, там безумец. Так что будет еще веселее, наверное, не знаю. Я не знаю, на что мне, что завтра меня как переклинит. Да. Больно видеть, но если бы лучше помнить.
Комтесса нас заперти, и я мечтаю об одном. Погода обрести, прогрыз свой ветхий старый дом. Я помню, кто не вспомнил. Мобильник вибрирует, простите. Все, в принципе, все. Я не вижу тут смысла что-то еще. И я так понимаю, меня где-то отрубило. Да нет, вроде работаем. Тут все нормально, видимо, у меня. Чатик наклюнулся. А, нет, это первый день, и я рисую по темам Инктобера. Ну, бей Инктобер. Это, короче, в октябре рисуем чернилами. Ну, там, кто тушью, кто линерами, кто чем, кто кисточками а-ля тушь в фотошопе. Вот. И каждый год официальный сайт Inktober выпускает чек-лист, то есть список всех тем на 31 день. Ну вот первый день был кольцо, ring. Завтра будет, сейчас скажу, завтра будет лишённый рассудка, ну это, mindness, midness, what is right, I don't remember. Так что завтра будем рисовать безумных людей. Не знаю, что-нибудь связанное с сумасшествием. Может, Джокера завтра попробуют нарисовать. Кто-то там, по-моему, объединял эту тему еще со злодеем. Типа, можно было бы раскольцо нарисовать, там, не знаю, например, этого Саурона. Но мне вот что-то проперло вот так. Неожиданно. Надо меньше жатика в последнее время смотреть. Ну и, в принципе, как бы, я все. Все, что я могла, я нарисовала. И, в принципе, для меня это за час нормально. Ничего так, хорошенький скетч относительно. Я вспомнила, что такое штриховка. Конечно, мои бы учителя в универе меня бы за такую штриховку четвертовали, но для того, кто это вспомнил, то, в принципе, нормально. Надеюсь. Так что, в принципе, спасибо, что со мной посидели. Не знаю, мы можем еще чуть-чуть просто поболтать. Если у вас есть на то желание. Если нет, то я пойду. Мне еще суп сыну с мужем варить. Нести свою обязанность жены и тому прочее. Кормить мужиков, все такое. Еще мне видео монтировать надо для YouTube. Так что дел еще много-много. Спасибо всем, кто пришел. Thank you for all who went to my channel. And I hope it was interesting for you.
Я, да, мой муж поважнее, а он очень любит мои супы, так что... Ес, ты как всегда вовремя. Или ты смотрел молча? Все, ребятушки, спасибо, что заглянули. Заходите в Инстаграм. Я завтра это все выложу. Сегодня у меня уже нету сил все теги прописывать. Я что-нибудь упущу. А завтра, а это вот как раз 1 октября, я картинку выложу. Вы на нее посмотрите поближе, по-нормальному, почетче. И, надеюсь, поставите мне свои сердечки, отдадите мне их. Окей? Договорились? Я не слышу и не вижу. Ну, отличненько. Ты со мной и так по утрам болтаешь. Все, ладненько, ребятки. Спасибо вам большое. Еще раз. Последний. Нет, крайний, как там правильно. Жду вас всех завтра. Повезите, наверное, в это же время. А, может быть, и пораньше. Я не знаю. Тут надо будет сориентироваться там на другие планы. Но если что, либо Инктобер будет... Ну, с утра я по-любому, у меня стрим, как всегда, в 9 утра. И Инктобер будет либо где-то в районе 3, либо вот как и сегодня в районе 6. Точно не скажу, точно я еще пока не знаю. Там зависит от того, пойдет у меня сын в садик или не пойдет. Так что... Ну, ориентируйтесь, а лучше подписывайтесь, чтобы вам уведомления приходили. Да-да-да-да-да-да. Фолловеры, мне нужны фолловеры. Все, ребятки. Доброго вам вечера, доброй ночи и прочих времен суток. А я пошла. Пока.